Первая остановка Деда Мороза – театр «Самарская площадь». Каждый год зимний волшебник навещает здесь малышей с ограниченными возможностями здоровья. Такую традицию приглашать Деда Мороза к детям ввел губернатор Дмитрий Азаров, когда еще был мэром Самары. После поздравления актеры театра дают новогодние представления. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, зал немного поредел, его можно заполнять только на 50%. На праздник попали 70 малышей, но организаторы надеются, что уже через год ситуация изменится в лучшую сторону. Нас принимают, нас любят в этом театре. И дети это ценят, и родители тоже это ценят. Это, вы знаете, это вера в добро, вера в лучшее. И самое главное, ребята получают удовольствие, когда приходят и встречаются с таким Дедом Морозом. А Дед Мороз – это само очарование. Раз, два, три, елочка, гори! Зажег огни на зеленой красавице Дед Мороз и в Самарском театре кукол. Я желаю, чтобы у каждого человека на земле был дом. Большой, теплый, уютный. Чтобы в этом доме всегда ждали. Главный зимний волшебник страны прибыл из Великого Устюга, чтобы посмотреть, как в городе на Средней Волге готовы к встрече Нового года. На сцене театра кукол Дед Мороз поздоровался с маленькими зрителями, детьми-сиротами, воспитанниками социальных учреждений и малышами из многодетных семей. Волшебник подарил ребятам сказку «Алиса в стране чудес», а сразу после представления каждый из 175 ребят получил сладкий подарок. Любому ребенку очень важно прийти на какое-то торжественное мероприятие, на елку, увидеть Дедушку Мороза, причем настоящего Дедушку Мороза. Мы очень рады в своем новом здании принимать такого замечательного Деда Мороза, которого знает вся страна, знает и любит. Затем Дед Мороз отправился на ретро-почту, чтобы забрать письма с желаниями, которые ему написали самарцы. Главный зимний волшебник заверил, что все мечты исполнятся, стоит только искренне поверить. Светлана Кудрявцева, Михаил Ермоленко, Мария Левина, Григорий Плешаков, Максим Гусев. События.